Маленький Мирон на ежедневную прогулку пока выходит с мамой. В очередь в детский сад малыша поставили на 5-й день после рождения. Скоро мальчику исполнится 3 года. Как раз к этому времени в микрорайоне должен появиться новый детский сад. Наши шансы попасть в детский сад возросли вдвое. Мы очень рады. Я думаю, что все жители также будут рады. Здесь очень много семей с маленькими детьми дошкольного возраста, поэтому это очень своевременная и важная мера. Сейчас в микрорайоне работают 6 детских садов. Уже готовы площадки для 2 новых дошкольных учреждений. Каждый садик на 350 мест. Они идентичны. У них даже цена одинаковая – 347 миллионов. На 350 мест. В этом году президент страны поручил главам регионов ускорить темпы создания новых мест в яслях по нацпроекту «Демография». По итогам 2019-го в Самарской области завершено строительство 19 детских садов. Планы на 2020-й в своем послании обозначил губернатор Дмитрий Азаров. В ближайшее время должны быть введены в эксплуатацию детские сады в Комсомольском районе, Тольятти, 2 детских сада в Самаре, 2 в Волжском районе. До 15 февраля жду от Министерства строительства доклада о завершении работ и ввод в эксплуатацию. В 2020 году мы планируем всего ввести 13 детских садиков. Плюс 1500 мест будут открыты в ясельных группах действующих детских садов. Средства на строительство детских садов поступят из бюджета всех уровней. Открыть для маленьких воспитанников двери 2 новых детских садов должны до конца года. Мария Ильчан, Лариса Шалафаст. События.